подожди, давай по порядку. Значит, что за автомобиль у нас? У нас Volvo X90. Volvo X90. А, и что мы сейчас делаем? Мы хотим обезопасить себя от смещения решетки и оптики головного света. А что, фары снимают, да, с этих машин? Фары снимают, да. Снимают решетки, снимают бампера. Так, ну, собственно, и что мы тут придумали? Мы придумали поставить саморез через трубочку, чтобы было затруднение вытащить. Так, а что вот это за железочки? Это втулка, чтобы не погнулся угол крепления. Так, то есть вот эти планки держат фары? Да, вот одна легко достается, вот вторая. Они достаются, фара вытаскивается, обрезается проводка, и фара уносится. Все. Для того, чтобы это быстро не произошло, и чтобы люди чуть-чуть помучились. Так, то есть теперь ее не вытащить, получается, да? Не открутив. Да, можно было, конечно, ограничиться вот этим, этим и этим. Но, как сказать, береженый угол бережет. Поставить еще вот такую. Это, конечно, не так эстетично, но надежно. То есть теперь только с крылом? Теперь люди должны приходить с набором инструмента. Откручивать. Здесь гайка закладная, которой не подлезть. Пусть они ломают, пилят, там, не знаю, носят болгарки. Вот такая ситуация. То есть это по фарам, да? А с решеткой что мы придумали? А с решеткой мы придумали просверлить вот здесь, здесь и здесь. И поставить на заклепки, чтобы люди видели, что же прежде чем они будут ее пытаться выломать, они увидят, что здесь заклепки, и уже без потери решетки ее не снять. То есть сразу будут бросать машину и не будут ломать, как бы, потому что это бесполезно. Непонятно, бросать они не бросать. Если они воруют решетки, они уже не люди. Поэтому они могут ее сломать, разбить, но хер с ним. Как говорится, и им она не достанется. Понятно. Это уже вторая решетка за полгода. Так, а снимают фары и решетки, да? Фары, решетки, бампера, вот эту вот хромированную накладку. Угу. А бампер будем как-то усиливать или нет? Да, бампер будем делать тайную гайку, но эту я ее не покажу. Я понял. Ясно. Ладно, все, спасибо.